Так, ребят, у нас вечер, я бегу в садик за Ванюшкой. Марина, так как сегодня у меня дома была. Все, бежим, бежим, бежим. Да, аккуратно упадешь, Ванюш. Мы приехали с Ваней уже домой. Ваня с Тайсоном, да, разговаривает? А Тайсон вон там он у нас. Тайсон всем говорит тоже привет, да, Ванюша? Зашли в магазин, купили молоко. Шагай, сыночка, шагай, я тебе свечу. Я тебе свечу. Шагай давай, сына. Сейчас придешь домой, будешь тортик кушать. Опять все завалило. Смотрите, ребенок утром чистил Егорка. И что опять все завалило? Ну, подмораживает на улице немного. Немножко, ну так, чуть-чуть. И шагаем. С Ванюшей, да, Ванюша, домой? По дороге ты идешь, конечно, ты не падаешь. Ты у меня молодец. Ладно, шагаем домой. Всем хорошего вечера. У нас, ребят, вечер. Я молочный суп варю с вермишелью, а муж себе разогревает макароны с колбаской с подливой. Что-то ничего такого. Они не хотят. Суп стоит, они не хотят есть. Макароны тоже. И поэтому суп спросила, молочный суп сварить все с рахором. Да! Торт уже почти съели. Еще Света не пришла, она на репетиции, потому что завтра она выступает. Маша уже сходила на репетицию. Тут как раз еще ее на кусочек торта остался. Придет, потом покушает. И еще ее на вот этот пирог остался. Сюда тоже положу сразу. Так что вот такие вот дела. Да, хорошую идею дали. Коврики постелить сюда от холодильника, которые для холодильника. У меня их еще есть несколько новых. Вот как раз сюда постелю. На днях будем с вами вместе там уборку наводить. Поэтому, если интересно, то оставайтесь. Про конкурс. Конкурс. Видео почти засняла. Но еще пару абзацев и потом выпущу. Поэтому ждите. Ладно, вот такой вечер. Там ребятки мультик смотрят. Вы какой мультик смотрите? Свинка Пеппа? А какой? Три кота уже. Вот, домой приходят и мультики смотрят. А я сейчас суп приготовлю. Потом сяду мне на Оксане сделать снежинку. Вышить. Начала я вышивать снежинку. Марине елка готова. Теперь Оксане вышивать. Так что вот так вот. Ладно, всем хорошего вечера. Идиллия моих животных. Мне задавали как-то вопрос, как у меня кошка с собакой, дружит или нет. Видите, даже вместе кушают. Поэтому они у меня замечательно дружат друг с другом. Всем добрый день. Я иду в магазин. Сейчас Свете на белые слитки именно ей на выступление надо. Она сегодня выступает. У нас дома белых, как назло, нету слитков. Есть черные, серые, белых нету. Вот идем в магазин, посмотрим, есть там или нет. На улице снег опять идет, все завалило, эти со снегом. Ужас просто. Да, Тайсон? Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Ну что, шагаем. Иду с магазина домой. Что-то автобус остановился, видимо, запчасть какую-то потерял, поднял. О, видите, какой у нас снегопад идет. Просто ужас. Снег и сыпется, и сыпется. Падает и падает. Аж ничего не видно идешь. Ребят, сходила уже в магазин. У нас на улице все заметает, метет. Просто какой-то ужас, а не погода. Вообще заметает. Че поварешку здесь положили опять? Так, ножик не убрали. Вороны. Сейчас покажу, что купила. Сегодня у меня, кстати, сына приезжает домой, Ильюша. Он мне уже с утра написал, мам, я сегодня домой приеду. Я написала ему хорошо. Короче, сыл колбасы взяла, полбатончика. Деткам взяла виноградику. По 100 рублей за килограмм. Она сейчас пока он дешевый, поэтому взяла. Дальше морковку корейскую, это в основном Егорка. И так некоторые еще едят. По шоколадке вот такой по 6 рублей взяла. Раздайте всем по одной. Потом сало копченое, ну грудинку такую взяла, вот копченую, небольшой кусочек. Молока 3 литра. Сейчас тесто, кстати, с вами поставим. Обычный булочек постряпаем. С
кокосом и, может быть, с маком. Короче, хлеб 2 белого и 1 черную взяла. Белую опять. И 1 черная. Вот все мои покупки. Еще мы заходили, Свете купили слитки, так как она выступает, ей надо было слитки. Вот я ей взяла. Всем дали? А Егорке? Егорку дала. Егорке дала? Угу. А папе? А кому еще не дала? Маша, Света. Маша, Света уже взяла. Марине всем дала? Кате дала? Папа пока я не дала. Вот такие вот дела. Все, мои хорошие. Сейчас все это... А, давай помогу открыть, давай. Пока шла вся эта вспотела. На. Все. Ну, это такие простенькие шоколадки вместо конфетки за 6 рублей нормально. Пломбир со вкусом сливы. А, со вкусом пломбира. Фу, блин. Все, в кучу перебрала. Короче, вот такие вот дела. Сейчас будем с вами кушать, варить. Хочу из рыбной консервы. У меня есть 2 баночки Иваси. Суп рыбный сварить. Можно еще салатик какой-нибудь сделать. Колбаса есть, картошку с морковкой отварить. Горошка нет, правда, ни горошка, ни кукуруза. Что-то я не купила. Ну ладно, сейчас что-то, короче, придумаем и приготовим. С вами есть интересно, оставайтесь. Пересыпала морковку из пакетика в контейнер. Удобно вот так вот в холодильнике держать. Вот такие вот дела. Так, я тут еще, знаете, что достала? Вот эти вот семена укропа. Хочу, у меня есть продолговатый органайзер. Попробовать посадить. Может, до Нового года мы свой укроп с вами вырастим. Посмотрим, проверим, по крайней мере. Ладно, сейчас чай сделаю, чай попью и будем кушать еду. Дорогие друзья, у нас время день. Короче, печку затопили. Сейчас будем варить суп. Решили с рыбной консервой сварить. И сейчас смотрела канал Гриненко Ирины. Многодетная мама. У нее 4 деток. Воспитывает, к сожалению, она одна их. Так как муж у нее 3 года назад умер. Умер от рака. И вот смотрю, сейчас они нового котеночка там у них есть. Тут последнее видео смотрела про суши, как они делали с подругой. И мы что-то смотрели с детьми, детьми говорят, мама, давай тоже, говорит, сделаем суши. Я говорю, ну давай. И вот хотим потом у Ирины опять посмотрим видео. Я надеюсь, Ирина не обидится, что мы у нее посмотрим, как делать суши. У нее, кстати, там чуть-чуть много видео. А молодец, тоже все старается, все делает. Я поставила просто суп варить. Тут поставила еще разогревать молочный суп. На полотенце даже отсюда убрать все. Раз печку затопили, все убираем. И это Ирину смотрю и молодец, нравится мне ее канал. Я, кстати, ссылочку оставлю в описании, поэтому подписывайтесь. Это тоже многодетная мама, поэтому подпишитесь и поддержите ее. Убираем все отсюда. А то мне как-то писали, Настя, у тебя потом одежда, наверное, пахнет. Нет, ребят, я всегда убираю перед тем, как кушать готовить, все убираем. Да ё-моё, думаю, что такое прилипло. Все, пошла белье унесу. Все, белье убрала. Сейчас, ребята, будем с вами это готовить кушать. И вот недорассказала. Короче, смотрю, Иринин канал очень нравится. Иринка молодец. Всегда на позитиве. А тоже помогает своим детям поделки делать, ничего в этом сложного нет. А она и огородом занимается, и рукоделием, готовить очень, кстати, любит. Поэтому вот так вот. У нее одного сына тоже Егор зовут, как моего. Я надеюсь, что вы зайдете, поддержите тоже ее. Ее на канал, как многодетную маму, вы ее поддержите. Мы с ней как бы общаемся в личных сообщениях. Поэтому вот так. Но я ссылочку оставлю, если интересно, пройдите, посмотрите. Я люблю такие каналы смотреть. Классно. У них кошки мейн-кун. Классные коты. Я вообще... Мейн-кун нравится, но... От мейн-кунов столько много это... Шерсти. У них был сначала кот.
А сейчас они котенка еще взяли. И вообще классно. Красивые. Детки у нее хорошие, молодцы тоже. И тоже рукодельничать любят вместе с мамой. Тут последнее видео, которое стрелала, я говорю, вот молодец, и на себя время находит, иногда посидеть с подругами. У меня не получается так, чтобы где-то посидеть, сходить. Меня подруга, он зовет, ну приди ты ко мне, говорит, посидим. Когда-нибудь дойдем. У меня ребятки там, кто мультик смотрит, кто что. А Света с Машей ушли выступать. Они сегодня выступают там в клубе у нас. А так как у меня нет DR-кода, то я не имею права туда прийти. Там без DR-кода никого не пускают. Так что вот такие вот дела. У нас метет на улице просто. Сейчас я вам даже покажу. Так, пошлите посмотрим. Смотрите, ребят, как у нас все светло. Метет вот на доме видно, вот на здании. Заметает вообще ужас просто. Видите, белым-бело. Даже вот соседний дом там уже не видно. Уже все замело. Блин, тут орхидея у меня мешается. Да, кстати, ребят, кто может подсказать, что вот такое вот на орхидее? Вот это вот белое. Я уже обрабатывала. Ой, плохо видно. Сейчас постараюсь. Обрабатывала средством. Ну, что-то толку ноль. Видите, вот опять появилось. Надо опять что-то делать. Может, кто-то посоветует, что с этим сделать.